Приветствую всех любителей волейбола со дворца игровых видов спорта имени Ивана Катроновича Рамазан, где проходит заключительный тур по волейболу сезона 2023-2024 в рамках чемпионата России высшей лиги А. Встречаются команда «Магнитка» Магнитогорск, которая выступает в оранжевой форме, и команда «Автомобилист» города Санкт-Петербург, которая выступает в синей-белой форме. Вчера команда «Магнитка», которая хозяева площадки, выиграла со счетом 3-0. Прослушай составы играющих команд. Команда «Автомобилист», город Санкт-Петербург. Первый номер Полянский Иван. Второй Шерпетис Ричард. Третий Машнев Дмитрий. Четвертый Тихонов Тимофей. Шестой Герман Денис. Восьмой Заступов Евгений. Девятый Бездитов Арсен. Десятый Маджосов Николай. Единственный Купряшкин Владимир. Двенадцатый Скрелько Евгений. 15-й Бурминский Максим, 14-й Казаков Кирилл, 17-й Песковский Владимир, 18-й Косичев Александр, 13-й Баерда Славомир, главный тренер Кириленко Арсен, старший тренер Шульгин Максим, врач Съедин Виталий, статистик Ласточкин Андрей, команда «Магнитка» Магнитогорск. Первый номер Максим Коса, второй Ерофей Скиба, шестой Ярослав Шалимов, 7-й Евгений Сафонов, 8-й Андрей Тистоедов, 12-й Артем Кургуцкий, 13-й Евгений Желиков, 15-й Иван Турченко, 16-й Александр Погонь, 18-й Дмитрий Погонь, 20-й Тимур Гисматуллин, главный тренер Денис Матусевич, штатный тренер Сергей Глобус, Андрей Сергей Рогошкин. Счет 3-1. Выиграет команда «Магнитка» Магнитогорск. Подает Евгений Сафонов, 7-й номер. Пряшкин. И сильнейшим ударом счет становится 2-3. Подает 18-й номер Кочнев Александр. Сафонов принял. Тистоедов. Портной. Кочнев перекидывает. Сафонов, Шалимов, Тистоедов, Жериков удар, и Жериков зарабатывает 4 очко команде «Магнитка». Счет 4-2. 16-й подает. Подает Александр Погонин, команда «Магнитка». Вместо Ярослава Шалимова либера вышел на площадку Иван Турченко, 15-й номер. И счет становится 3-4. Подает шестой номер Гетман Денис. На площадку снова вернулся Ярослав Шалимов, либеро. Сафонов, Тистоедов и Турченко приносит пятое очко. Счет 5-3. Подает Георгий Шериков, 13-й номер, команда «Магнитка». Купряшкин. И счет становится 6-3. 4-5. Давай. Подает 10-й номер Манжосов Николай. Портной. Тистоедов. Снова портной. И счет становится 6-4. Скажи 6-4. 18-й подает. Подает Данила Портной, 18 номер, команда «Магнитка». Шалимов, Тистоедов, Жериков. И еще становится 7-4. Продолжает подавать Данила Портной. 18-й номер, команда «Магнитка».
И это аут. Счет 5-7. Подает Склеренко Евгений. Шалимов. И Ваня сильнейшим ударом зарабатывает результативный балл. Счет 8-5. Место Ярослава Шалимова. Выходит на площадку Александр Погонин. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». И первая замена у команды «Автомобилист». У игрока номер 10 травма. Это Манжосов Николай. Вместо него вышел первый номер Полянский Иван. Желиков немножко не успел, чтобы вернуть мяч в игру. Счет 6-8. Подает 23-й номер Байерда Славомир. Сафонов. Тистоедов. Снова Сафонов. Перекидывает блок. Тистоедов. Желиков удар. И это откровенно ваут. Счет становится... А нет, было касание. Счет 9-6. Отдает капитан команды Андрей Чистоедов, 8 номер. Пряшкин. И первый номер Полянский Иван ошибается. Счет 10-6. Продолжает подавать Андрей Чистоедов. Чистоедов вытащил. Шалимов. Жериков перекидывает. И шестой номер Гетман Денис приносит результативный балл. Счет становится 7-10. Подает 11 номер Купряшкин Владимир. Сафонов. Чистоедов. Снова Сафонов. И счет становится 11-7. Подает Евгений Сафонов. Команда «Магнит». И первый номер Полянский Иван приносит результативное очко. Счет 8-11. Подает Кочнев Александр. Шалимов, Чистоедов, Жериков, Сафонов, Чистоедов. Шалимов вытащил. Блок одиночный, и Шалимов не справляется на проеме мяча. Счет становится 9-11. Продолжает подавать Кочнев Александр. Команда «Автомобилист», город Санкт-Петербург. Сафонов, Чистоедов, Жериков. Удар. И Жериков не обыгрывает двойной блок команды «Авто». Счет становится 9-11. 10-11. Минимальное отставание гостей. И снова подает Кочнев Александр. Третья подача
подряд. Шалимов принял. Тестоедов. Портной. И Портной зарабатывает результативный балл. 12-10. Вместо Ярослава Шалимова на площадку вышел Иван Турченко, 15 номер. Подает Погонин Александр. И 8 номер. Заступов Евгений. Приносит очков в свою копилку. Подает 6 номер. Гетман Денис. Сафонов. Тистоедов. Портной. И как бы не пытались игроки команды авто, но не получилось вернуть мяч в игру. Счет становится 13-11. Подает Шериков Георгий, 13 номер, команда «Магнитка». И снова минимальное отставание команды авто. Счет 12-13. Подает недавно вышедший на замену Полянский Иван. Портной. Тистоедов. И немножко игроки команды «Магнитка» не разобрались. И счет стал равный. 13-13. И тайм-аут взял Денис Матусевич. Напоминаю, чемпионат России по волейболу среди мужских команд в рамках высшей лиги А. Тянется команда «Магнитка» Магнитогорск, который... Хозяева площадки. А он все... И команда «Автомобилист», город Санкт-Петербург. Второй игровой день, заключительный матч сезона 2023-2024. Второй игровой день. И впервые за первую партию команда «Авто» выходит вперед. А мне показалось, что было касание, но, как говорится, судье видней. Впервые за шестой тур на площадку выходит Артем Кургускин, 12 номер, место Данила Портнова. И первый номер, Полянский Иван, ошибается. Снова счет равный. Я не хочу. Подает Артем Кургускин, команда «Магнит». Я особо не хочу. Спасибо. И сильнейшим ударом первый номер, Полянский Иван, выводит свою команду вперед. Счет становится 15-14. Подает 12 номер, Скляренко Евгений. Кургускин, Тистоедов, Сафонов. И снова счет равный, 15-15. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». И 12 номер, Скляренко Евгений, приносит результативный балл команде «Авто». Счет становится 16-15. На площадку возвращается Ярослав Шалимов, либеро, место Ивана Турченко. Подает Баерда Славомир, команда «Авто». Кургускин, Тистоедов, Сафонов удар. И это аут. Счет 17-15. Продолжает подавать Баерда Славомир.
Кургускин, Кистоедов, Жериков удар. И счет. Команда Магнитка сократила минимальное отставание. Счет 16-17. Подает капитан команды Андрей Тистоедов, 8 номер. И Андрей ошибается. Сейчас становится 18-16. На подачу идет 11 номер Купряшкин Владимир. И это аут. Снова минимальное отставание команды Магнитка. Счет 17-18. Подает Евгений Сапонов, команда Магнитка. Купряшкин, Полянский. И счет становится 19-17. Большинство болельщиков закричали аут. Но счет, выйти на табло, подает 18 номер Кочнев Александр. Шалимов, Тистоедов и Погонин вколачивает мяч в площадку. Счет 18-19. Очка не хватает команде Магнитка, чтобы выровнять счет. На площадку вернулся Иван Турченко вместо либера Ярослава Шалимова. И это аут. И снова у нас равный счет на табло. Подает Александр Погонин, 16 номер. И снова первый номер перекидывает. Турченко и Жерика выводит команду Магнитка вперед. Счет 20-19. Подает Александр Погонин, 16 номер. Купряшкин, Сафонов, и Сафонов не обыгрывает блок команды авто. Очко зарабатывает 6 номер Гетман Денис. И счет снова равный 20-20. И Денис Гетман на подаче. И довольно-таки несильные подачи. Мяч не подарил сетку. И тем самым преимущество на стороне команды Магнитка. Счет 21-20. Подает Жериков Георгий, команда Магнитка. И это эйс. Тайм-аут берет автомобилист. Город Санкт-Петербург. Тайм-аут брал Кириленко Арсен, тренер команды «Автомобилист», город Санкт-Петербург. На финале чемпионата России по волейболу среди мужских команд в рамках высшей лиги А среди мужских команд. Заключительная игра сезона 2023-2024. Играют команда Магнитка Магнитогорск, хозяева площадки, которые во вчерашнем матче одержали уверенную победу со счетом 3-0. И команда Автомобилист, город Санкт-Петербург. Счет 21-22. Подает первый номер Полянский Иван. Шалимов, Кургускин. И Кургускин не обыгрывает тройной блок команды авто.
Все, сравнивается 22-22. Продолжает подавать Полянский Иван. Чистоедов. Блок. Шалимов справляется. Сафонов. Кургускин. И... Если мне не изменяет память, это был заступ у команды авто. Все, становится 23-22. Артем на подаче. Вот это зарядил, да? И у команды Магнитка сетбол. Все, 24-22. И на последних секундах первой партии Кириленко Арсен, тренер авто, взял тайм-аут. У автомобилиста в первой партии уже было два тайм-аута, а у команды Магнитка один. И аутом. И это аут. Счет 25-22. Начинается вторая партия матча команд Магнитка Магнитогорск, которые хозяева площадки, и гости северной столицы, команда авто, город Санкт-Петербург. Счет по партиям 1-0 в пользу хозяев команды Магнитка. Партия закончится счетом 25-22. Подают Андрей Чистоедов, команда Магнитка. И это аут. Все сравнивается 1-1. Я сказал, подает 18 номер Кочнев Александр. Жериков. О! И это совсем не туда. 2-1. Продолжает подавать Кочнев Александр. Результаты первого игрового дня. Академия Казань, университет Барнаул 3-0. МГТУ Москва, КАМА Пермь 3-0. И ЦСКА Тюмень, Тюменская область 3-0. Счет 2-2. Подает Сафонов Евгений. Седьмой номер, команда Магнитка. И еще становится 3-2. Результативное очко зарабатывает 10 номер. Манжосов Николай. Подает Гетман Денис. Сафонов принял. Жериков. Кургускин. Гетман. Чистоедов. И... Жора сравнивает счет. 3-3. Подает Александр Погонин, команда Магнитка. И
красивым сбросом. 12 номер Шленко Евгений приносит результативный балл команде авто. Подает 10 номер Манжосов Николай. Кругускин, Ваня Турченко. И счет становится 4-4. Подает Жериков Георгий, команда «Магнитка». Манжонсов. И это результативный балл. Счет 5-4. Подает Склеренко Евгений. Вон он. Пришел. Тистоедов. Кургускин. Шалимов. Тистоедов. Кургускин. Турченко. Тистоедов. Кургускин. И это 5-5. Подает Артем Кургускин, команда «Магнитка». И это аут. Счет 6-5. Подает Баерда Славомир. Баерда Славомир. Болгарин такой. Ну. Кургускин. И шестой номер Гетман Денис зарабатывает очко в свою копилку. Счет становится 7-5. Продолжает подавать Баерда Славомир. И это эйс. Все понятно. Скажи вот. Легкая подача. Счет 9-5. Тайм-аут берет Денис Матусевич. Подает Берда Славомир. Шалимов. Сафонов. И Сафонов сокращает отставание команды «Магнитка». Счет 6-9. На подачу идет Иван Турченко, 15 номер. Команда «Магнитка». И результативно отличился 18 номер. Кочнев Александр. Подает Пряшкин Владимир. Скуем. И снова результативно отличается Евгений Сафонов. Счет 7-10. Подает капитан команды Андрей Чистоедов. Чуть-чуть, а? Склеренко, Чистоедов, Сафонов, Чистоедов, Жериков. Чистоедов. Сиренко. Чистоедов достал.
вообще. Я банку не прослал. И Желиков заканчивает этот длинный розыгрыш ошибкой. Счет 11-7. А 17 подает. Сейчас начал так. Подает 18 номер. Кулышев Александр. Только в то, только сила. Все. Раскрали. Подает 18 номер Косев Александр. Продолжает подавать Кочнев Александр. Или сетка. Ужас, да. Отдают мой перехадик. Четыре. 14-7. Вторая замена в матче. Вместо Георгия Жерикова вышел на площадку Максим Коса. Чистоедов, Сафонов и снова... Ротативный бал Евгения Сафонова. Счет 8-14. Подает Евгений Сафонов. Седьмой номер, команда «Магнит». Я бы так все забил. Ух, вот это удар. Как говорится, без вариантов. Счет 15-9. Подает Гетман Денис. Чистоедов, Кургускин, и это 10-15. Видел, да? Чистоедов, Погонин, Коса и первое результативное очко Максима Косы в этом матче. Счет 11-15. И это аут. Счет 12-15. Результативная феерия команды «Авто». Подходит к концу. Команда «Магнитка» постепенно набирает результативные баллы. Подает Александр Погонин, команда «Магнитка». Кочнев. Склеренко.
И очередной аут у команды «Авто». Счет 13-15. Тайм-аут берет Кириленко Арсен. Напоминаю, чемпионат России по волейболу в рамках высшей лиги А. Заключительный игровой день сезона 2023-2024. Шестой финальный тур с 9 по 16 место. Играет команда хозяев площадки «Магнитка» и «Магнитогорска», гости северной столицы. Команда с города Санкт-Петербург, «Автомобилист». Счет по партиям 1-0 в пользу команды «Магнитка». Счет во второй партии 15-13 в пользу команды «Автомобилист». И счет становится 14-16-13. Подает 10 номер Манжосов Николай. И Николай ошибается. Счет становится 14-16. Подавал Максим Коса. И 18 номер Александр Кочнев приносит результативное очко команде «Авто». Счет 17-14. Подает 12 номер Скленко Евгений. Подает 15 номер Артем Кургускин. Вот это мощная подача. Кочнев. И от блокирующих команды «Магнитка» мяч покинул площадку. Кочнев. Подожди. Кочнев Александр зарабатывает результативное очко команде «Авто». Счет 18-15. Чистоедов. Сафонов. И счет становится 16-18. Подает Иван Турченко, 15 номер команда «Магнитка». Место либера Ярослава Шалимова на площадку вернулся Александр Погонин, 16 номер. Центральный блокирующий. И 6 номер Гетман Денис. Сильнейшим ударом принадлежащий результативный балл команде «Авто». Счет 19-16. Подает Купряшкин Владимир. И Владимир ошибается. Счет становится 17-19. Подает капитан команды Андрей Чистоедов. И снова Гетман. И очередной результативный балл. Свою копилку заработал. Шестой номер Гетман Денис. Подает 18 номер Кочнев Александр. И это эйс. 21-15. И это 22-17. Тайм-аут берет Денис Матусевич, тренер команды «Магнитка».
Подает 18 номер Кочинов Александр. Тистоедов. Коса. И откровенный аут. Счет 23-17. Продолжает потевать Кочинов Александр. Такие ошибки команде «Магнитка» на руку. Счет 18-23. Сафонов, Кургускин и шестой номер Гетман Денис не обыгрывает блок команды «Магнитка». Счет 19-23. Подает Евгений Сафонов, седьмой номер команды «Магнитка». Счет становится 20-23. На сбросе ошибся Манжосов Николай. Третий раз тайм-аут. Берем Кириленко Арсен. Начинает Россия по волейболу среди мужских команд в рамках высшей лиги А. Играют команды «Магнитка» Магнитогорск, «Авто», город Санкт-Петербург. И Гетман Денис сильнейшим ударом сносит капитана команды восьмого номера Андрея Тистоедова. И сразу же принес извинения. Подает Денис Гетман. Шестой номер команды «Авто». Кургускин. И Кургускин оставляет команду «Магнитка» на плаву. Счет 23-24 у команды «Автомобилист». Еще 3 сетбола. Подает Александр Погонин, команда «Магнитка». И 12 номер Целенко Евгений заканчивает эту партию с результативным очком. Начинается третья партия матча команд «Магнитка» Магнитогорск, хозяева площадки, и гостей из города Санкт-Петербург, команды «Авто». Счет по партиям 1-1. Первая партия закончится счетом 25-22. И вторая почти зеркальная. Со счетом 25-21 выиграли гости из города Санкт-Петербург. Напоминаю, чемпионат России по волейболу. Высшая лига А. Мужские команды. Заключительный игровой день. 2023-2024. Окончательная игра сезона. На подачу идет Купряшкин Владимир. Ну да. Еще в какой? 24-й. Шалимов, Жериков, Сафонов. И Сафонов хоть и прошивает блок, но мяч остается в атаке. Но казалось, что будет результативное очко.
И Жора не обыгрывает тройной блок команды Магнитка. Счет становится 2-1. А нет. Счет становится в пользу команды гостей 2-1. Продолжает подавать Купряшкин Владимир. Счет 2-2. Подает Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнит». И Георгий Жериков в двойном блоке зарабатывает результативный балл в свою копилку. Счет 3-2. Продолжает подавать Евгений Сафонов. Евгений ошибается. Счет становится 3-3. Подает 18 номер Кочнев Александр. И команда обменялись ошибками. Счет 4-3. На площадку выходит Александр Погодин. Место либеро Ярослава Шалимова. Счет 6-3. Продолжает подавать Иван Турченко, команда «Магнитка». Купряшкин. Чистоедов, Жериков, удар! Турченко, Погонин. И это 4-6. Подает Гетман Денис, шестой номер, команда «Авто». Снова на площадку вернулся Ярослав Шалимов. Место Ивана Турчин. Георгий Жериков, трансфер номер команда «Магнит». Портной. Жериков вытащил. Сафонов. Шалимов перекидывает.
счет становится 7-7. Равенство восстановлено. Подает 10 номер Манжосов Николай. Снова команда авто впереди. Счет 8-7. Подает 10 номер Манжосов Николай. Счет 9-7. Тайм-аут берет Денис Матусевич. Портной. Погонин. Портной. Портной. И еще становится 8-9. Данила Портной ошибается. Счет 10-8. Подает 12 номер Скаленко Евгений. И команда, меняясь ошибками, счет 9-10. На подачу идет Погонин Александр. Счет восстановлен 10-10. Продолжает подавать Александр Погонин, команда «Магнит». Счет 11-10. Подает 23 номер Бярда Славомир. Портной. Чистоедов. Шалимов перекидывает. Шалимов вытащил. И Чистоедов не успевает вернуть мяч в игру. Счет 12-10. Счет 10-12. Шалимов. И это 11-12. И еще становится 12-12. Подает капитан команды Андрей Чистоедов. Oh.
И мощнейшим ударом 10 номер Манжосов Николай выводит команду авто вперед. Счет 13-12. Шалимов, Тистоедов, Турченко, портной, Турченко, Жора. И счет снова равный 13-13. Подает Евгений Сафонов, команда «Магнитка». Счет матча 13-13. И 10 номер не обыгрывает тройной блок команды «Магнитка». Это был Манжосов Николай. Счет становится 14-13. Продолжает подавать Евгений Сафонов, 7 номер, команда «Магнитка». И счет снова равный 14-14. Все на минуточку подумали, что это эйс. Но судья показал, что это аут. Счет. Подает 18 номер Кочнев Александр. И Кочнев ошибается. Счет 15-14. На площадку возвращается Александр Погонин. Место Ярослава Шалимова, либера. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Сафонов, Жора и Данила Портной укрепляет преимущество команды «Магнитка». Счет 16-14. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Так это ушел. Ну... И 12 номер с клиентка Евгений ротативно, приносит ротативное очко. Счет 15-16. Минимальное отставание, команда авто. Подает Гетман Денис, команда авто. И снова на площадку возвращается Ярослав Шалимов, либеро. Место Ивана Турченко. Портной. Данила Портной ротативно отличается. Счет 17-15. Подает Жериков Георгий, команда «Магнитка». Совсем не туда. Счет 16-17. Подает 10 номер Манжосов Николай. Шалимов вытащил. Жериков перекидывает. Купряшин. И это аут. Счет 18-16. Данила Портной, 18 номер, команда «Магнит». И у 10 номера откровенный аут. Это был Манжосов Николай. Счет 19-16. Тайм-аут берет Денис Матусевич. Кирилленко Арсен, команда «Авто». Тайм-аут брал Кирилленко Арсен, команда «Авто».
Подает Данила Портной, 18 номер команда «Магнит». Напоминаю, что это Сипов и Львов, среди мужских команд в рамках высшей лиги. Играет команда «Магнит» и «Магнитогорск», хозяева площадки. И команда «Автомобилист» города Санкт-Петербург. Счет 20-16. Продолжает подавать Данила Портной, 18 номер команда «Магнит». У команды «Автомобилист» был заступ, поэтому очко присудили команде «Магнитка». Но, увы, Данила Портной попадает после подачи в сетку. Подает 12 номер Стыренко Евгений. Двадцать один семнадцать. И снова выйдем на площадке Ивана Турченко. Подает Александр Погоня, 16 номер команда «Магнитка». И это аут. Счет 22-17. Продолжает подавать Александр Погонин. И очередной тайм-аут берет тренер авто Кириленко Арсен. И блокирующая команда «Магнитка» мяч покинул пределы площадки. Счет 18-22. Подает Бярда Славомир. Портной, Тестоедов, Жериков. И это результативное очко 10 номера Манжосова Николая. Счет 19-22. Продолжает подавать Бярда Славомир. Тестоедов, Сафонов. Сафонов вытащил. Шалимов перекинул. Купряшин. И снова подряд набирает очко Манжосов Николай. Преимущество команды «Магнитка» тает на глазах. Потому что команда «Магнитка» пытается сыграть на тоненького. Но не получается. Теперь тайм-аут взял Денис Матусевич. Команда «Магнитка». Он где есть? Сафонов, Тестоедов, Турченко. И это 23-20. Подает капитан команды «Магнитка» Андрей Тестоедов. Жериков, Тестоедов, Сафонов, Шалимов, Тестоедов, Жериков перекидывает, Купряшин, Шалимов достал, ну а Жериков не смог обыграть двойной блок команды авто. Счет 21-23. Подает 11 номер Купряшкин Владимир. Шалимов,
Сафонов. И Сафонов зарабатывает сетбол для своей команды. Счет 24-21. И он же идет на подачу. Чистоедов. И Портной заканчивает результативным очком эту партию. Четвертая партия матча команд Магнитка Магнитогорск, хозяева площадки, гостей из города Санкт-Петербург, команда «Авто». Значит, от России по волейболу среди мужских команд вышли «Агиа». Среди мужских команд. Заключительный матч сезона 2023-2024. Финального шестого тура. Счет 1-1. Конечно. Подает 18 номер Кочнев Александр. Портной, Тистоедов. И счет становится 2-1. Продолжает подавать Кочинов Александр. Портно. Тистоедов. И в блоке Гетман Денис приносит первое очко своей команде четвертой партии. Счет 1-3. Шалимов. Ваня Турченко. Портной. Сафонов. И Сафонов не заметил Гетмана Дениса и решил красивым сбросом закончить этот розыгрыш результативным очком. Но Гетман Денис в одиночном блоке принес результативное очко. Счет 4-1 в пользу команды «Авто». Счет 2-4. Подает Евгений Сафонов, команда «Магнитка». Маржосов. И в блоке, в этом блоке Иван Турченко приносит результативное очко. Счет 3-4. Продолжает подавать Евгений Сафонов. Скляренко. Заступов. Шалимов. Портной. Скляренко. И счет сравнивается 4-4. Продолжает подавать Евгений Сафонов. Заступов. Скляренко. Тистоедов. Портной. Денька достал. Сафонов. Тистоедов. И Ваня Турченко заканчивает отрогать результативным очком. Счет 5-4.
продолжает подавать Евгений Сафонов. Заступов, Склеренко. И было касание блока команды Магнитка. Счет сравнивается 5-5. Подает Денис Гетман. Сафонов, Тистоедов, Портной. И в блоке очко зарабатывает Берда Славомир. Счет становится 6-5. Продолжает подавать Гетман Денис. И Денис ошибается. Тем самым счет сравнивается 6-6. На подачу идет Иван Турченко. 15 номер, команда «Магнит». Заступов. И Манжосов выводит команду «Авто» вперед. Все 7-6. Подает 10 номер Манжосов Николай, команда «Авто». Тистоедов, Портной. И Заступов не принимает этот мяч. Все сравнивается 7-7. Подает Жириков Георгий, 13 номер, команда «Магнитка». И это аут. Счет становится 8-7. Подает 12 номер Склеренко Евгений. Сафонов, Тистоедов, Погонин, Сафонов, Портной, Заступов, Кочнев, Тистоедов, Жериков. И Жора заканчивает этот розыгрыш результативным очком. Все становится 8-8. И дают Данила Портной, 18 номер, команда «Магнитка». Заступов принял. Кочнев, Жериков, Шалимов, Жериков. И блокирующий команды «Автомобилист». Мяч покинул пределы площадки. Шот 9-8. Продолжает подавать Данила Портной по кличке Белый. Заступов, Кочнев. И Кочнев обманом сбрасывает мяч в незащищенную зону команды «Магнитка». Тем самым восстанавливает паритет в матче. Счет 9-9. Нападающий идет Берда Славомир. Я знаю. Я их знаю, пацанов. Вот
Счет 9-10 в пользу команды «Магнитка». Подает Александр Погонин, 16 номер команды «Магнит». Кочнев перекинул, Портной, Тистоедов, Жериков, Склиренко. И 11 номер не успевает перекинуть мяч на зону команды «Магнитка». Счет становится 11-9. Продолжает подавать Александр Погонин. Склиренко. И 11 номер Купряшкин Владимир зарабатывает тативный балл. Счет 11-10. 10-11. Он же на подаче. И Купряшкин ошибается. Счет становится 12-10. Подает 8 номер Андрей Тистоедов, капитан команды. Кочнев. И заступ у команды Авто. Счет 13-10. Подача Андрея Тистоедова. Кочнев принял. И Данила Портной зарабатывает результативный балл. Счет 14-10. Заступов. Гетман. Сафонов. Заступов принял. Турченко. Сафонов. Портной. И Портной не обыгрывает двойной блок команды «Магнит». Результативный балл зарабатывает 18 номер Кочнев Александр. Счет становится 11-14. Это волейбол. Подает Кочинов Александр. Да нет, я звонил себе ему. Живой. Портной принял. Тистоедов. Сафонов. И у Сафонова аут. Счет 12-14. И еще становится 15-12. Подает Евгений Сафонов, 7 номер команда «Магнитка». Кочнев принял. Манжонцев. Аж сносит Сафонова с ног. Счет 13-15. На подачу идет Гетман Денис. Турченко. Портной. И это 16-13.
передает Иван Турченко, команда «Магнит». Заступов. Сниренко. Сафонов. Тестоедов. Портной. Кочнев. Сниренко. И погоня Татина отличается. Счет становится 17-13. Ваня ошибается. Счет становится 14-17. Подает Манжосов Николай. Тестоедов. Жериков. Заступов. Сниренко. И это аут. Счет 18-14. Подает Жириков Георгий. Команда «Магнитка». Сниренко. И Берда Славомир не обыгрывает двойной блок команды «Магнитка». Счет 19-14. Продолжает подавать Жериков Георгий. Тайм-аут берет Кириленко Арсен. Команда «Автомобилист», город Санкт-Петербург. Че, не узнаешь фотографа? Вот. А ты тут с нами в кадре сейчас? Не знаю. Сверенко и Бердас Славомир приносит активное очко команде «Авто». Счет 15-19. Подает 12 номер Сверенко Евгений. Кулаки, покажи тебя. Портной, Тестоедов. Жериков. И еще становится 16-19. Продолжает подавать Скленки Евгений. И это ошибка. Счет 20-16. Дает Данила Портной, 18 номер, команда «Магнит». Заступов. И 18 номер Кочнев Александр приносит результативный балл. Счет 17-20. Подает Перда Славомир, команда «Авто». Сафонов. Жериков. И Жериков не обыгрывает двойной блок команды «Магнитка». В блоке отличился Денис Гетман. Счет становится 18-20. Тайм-аут берет Денис Матусевич. Сафонов, Тестоедов, Сафонов. И это 21-18. Вот это Александр Сафонов.
Александр Погонин, команда «Магнит». Димон Кавто и болеть за них покемоны, если они... Целенко. И у 10 номера аут. Это был Манжозов Николай. Счет 22-18. Надо сейчас покемона к ним пустить, да? Продолжает подавать Александр Погонин. Заступов. Манжосов. И это снова ошибка. Счет 23-18. У команды авто готовится двойная замена. И 18 номер Кучинов Александр активно отличается. Счет 19-23. Подает недавно вышедший на замену Полянский Иван. Команда «Автомобилист» город Санкт-Петербург. И это матчбол у команды «Магнитка». Подает капитан команды один из чистоедов. Манжосов. И это аут. Вот и все. Сезон 2023-2024 окончен. Дали не расходиться, вот пошел-то. Еще ты играешь, она выясняет. Я не знаю. Уважаемые игроки, не расходитесь. Let's go!
Дорогие друзья, ну, прежде всего большое спасибо командам за сегодняшний тур. Это была очень классная игра. Дорогие зрители, давайте мы, наверное, поблагодарим команду за эту игру. Прежде всего я хочу сказать большое спасибо болельщикам, потому что без болельщиков у нас бы не было. Прошел днем, стал, вот он, да, у нас, при зрительских симпатий, Саша.